Я честно не знаю, с чего начать. Этот вайб был довольно долгий. Иногда, совершая определенные действия, ты создаешь цепочку событий. Знакомишься с определенными персонажами, и предугадать их дальнейшие поступки ты не в силах. Присаживайтесь поудобнее, вас ждет история о предателях. И да, я рассчитываю на вашу поддержку и думаю, этот ролик достоин 50 тысяч лайков. А почему, вы узнаете в самом ролике. Всем приятного просмотра! А еще в ролике спрятано секретное слово, и кто его первым найдет, получит мышь Logitech G102. Мое выживание началось на американском официальном сервере. Посмотрев на карту, я понял, что появился там, где надо. А некоторое время спустя я заметил этот шедевр. Тут чей-то антирейдовый домик стоит. Там ящик есть. И шкаф открыт. Этот дом меня заинтересовал. Мне нужно было найти, чем я смогу разбить эту соломенную стенку. И я побежал на фарм ресурсов. Столик. И тип в антираде. Эй, мэн! I'm Guitar Man. Hello? Hello. This is your base? Он попытался меня ударить и получил по заслугам. Fuck you! Why? Because you wanna kill me! I didn't do anything for you, man. No, I swear I didn't. Okay, pick you up. No, no, no! Hello, can you boost me? This is my base, bro. Oh, it's Piggy, Piggy, Piggy! Run! И если ты не хочешь, чтобы кабан за тобой бегал как за ним, поставь лайк! В этом домике, очевидно, жили новички. И ломать его у меня в планах не было. Наоборот, я подумал, что им надо помочь. А чтобы это сделать, мне нужны были ресурсы, которые находились в фармилах. Hello, bitch! Да, немного, но приятно. И как я понял, тот самый бомжик в антираде был хозяином того дома. Oh, it's you, my friend! No, 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 no! Don't worry, I don't kill you. I'm very friendly. What? It's me, it's me. You are. I need to save this stuff, guys. Okay, I have a very beautiful idea, but I need your help. Неподалеку от нас я увидел территорию, на которой плавили большие печи. И я хотел туда попасть. Мы пытались туда запрыгнуть с помощью буста, но что-то пошло не так. Чтобы попасть на ту территорию, нам нужна была лестница. А для этого нужно было пофармить немного скрапа. Двушка! Я фармил абсолютно все на своем пути. От бочек до фармеров, которые делали то же, что и я. А после все награбленное я перерабатывал. Ну да, 500 скрапа после вайпа, это вам не хухры-мухры. А по возвращению домой я увидел это. Нас зарейдили. Йоу, бро. We getting raided. Окей, listen, 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 stay. Stay here, stay here. Can you use a torch, please? I need light. По приходу домой у меня было достаточно ресурсов, чтобы восстановить домик и наконец-то поставить кодовые замки. I write pass in chat. Need tool cupboard. Yes, 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 yes. Where is your friend? We can give your friend sleeping bag here. Come, come, I give you something. And you take this cool, yeah? Good job, brother. Yeah. How did you get this? Because I'm pro player in this game. До лестницы мне оставалось буквально 100 скрапа, которые нафармить я мог с помощью людей. Ah, you fucking idiot, guys!
У меня закончились патроны, стрелы, и в этом моменте я понял, что скорее всего я обречен. Но опускать руки было рано. Изи. Наконец-то. Наконец-то я ее изучил. Нам нужно было нафармить как можно больше дерева. И помочь мне это сделать решил сосед. И наконец-то я скрафтил лестницы. Оставалось лишь только запрыгнуть к ним на территорию. То, что там будет хозяин территории, я никак не ожидал. Но отпускать эту территорию я не собирался. Ого. Тут все открыто? Блин, тут гаражка. Ну, наверх смысла мне выбиваться уже нет, получается, да? Я полностью обследовал этот домик и нашел одно слабое место. Деревянный потолок, который я мог бы выбить, но тут очнулся хозяин территории. Лут, который я наворовал, решил скинуть своему соседу по комнате. Yo, man. Wait. Take this. Okay, go back to base. После я очень долго ждал, когда хозяин откроет двери. Там много ящиков снизу. Но он так и не вышел. И тогда я принял решение отфармить как можно больше серы, чтобы выдолбить этот потолок. Okay, listen, guys. We need 2K sulfur and 1 furnace. We have a furnace. Good job. И тут начался лютейший фарм каменной киркой. Ух, контент. Тем временем хозяин территории увидел, что с печек пропал лут, и встал на вышку. Oh no! Fuck you, man. My name is Biba. You can call me Biba. Biba? Biba, yes, Biba. Biba. I will it's okay. У меня наплавились каменные патроны, и настало время вскрыть деревянный потолочек. Хозяину это не особо понравилось, и он решил меня убить. И так как это был американский сервер, иногда приходилось откисать таким образом. Но меня это не останавливало. I destroy your base. Ух ты ж, ёлки-палки. На самом деле мне очень сильно повезло. Тут стояла деревянная дверь, которую можно было разбить. Я надеюсь, шкаф будет открыт. Открыт, отлично. Отличные новости. О, так тут нормально лута вообще. Вау. Hello, bitch, this is my base right now. Thank you. Домик я, естественно, забрал себе. Эй, бро, are you okay? This is my base right now. Very beautiful base, I think, yes? You killed me so many times. We can share base. And... Yes, because you're coming into my house. No, this is not your house, this is my house. А этот дом я решил самую малость расширить. И готовился к тому, что мы с ним будем долго и упорно воевать.
I'm your very beautiful neighbor, you know? Very beautiful. Okay, right now I live here and you need to pay me or I killed you so many times. What do you want? I need sulfur, gunpowder, metal fragments. How do we, because it's not just me, how do we trust you? I can get 20 people online though. I'm cool with you joining, I don't care. You seem good. Okay. And if you're cool, we could all join together and become a big Zerg, because there's bigger Zergs on the server if you play your cards right. If you just kill me, it's you and your friend, and that's it. It'll be a normal server for you. Я поговорил с хозяином этой территории, и он оказался довольно дружелюбным, а этот дом я оставил себе. Ведь он был не против, чтобы я остался здесь жить, и чтобы мы могли помогать друг другу. What is your name? Tell me. Cody. Cody? Cody, yeah. Oh, okay. What about you? My name is Dmitry. My name is Dmitry. Dmitry. Прошло совсем немного времени, и под нашей территорией появились первые дуркемперы. О, девочки, привет. We have all level 3 blueprints, but we're trying to get to level 3 right now. We're on level 2. Он мне рассказал о том, что у него все изучено, и ему нужен третий верстак. И мне тоже был нужен третий верстак. Поэтому нам нужно было действовать сообща. Но для начала мне нужно было построить мостик, чтобы я мог попадать к нам на территорию. Да, к сожалению, он мне не доверял, поэтому пароль от ворот он мне не дал. Офигеть, я идеально построил. Желающих запрыгнуть на нашу территорию было довольно много. Мне постоянно приходилось ее оборонять. Your ugly ass out of here on crit. Yoo-hoo! Батя, блядь, девочка. И в один момент мой новый сосед даже платил мне за то, чтобы я отбивался от хейтеров. What you want to give me? Thank you, bro. Как все подутихло, я побежал на поиски приключений и наткнулся на рейд. Почему они домой пошли? Это ловушка у них, по-любому, я уверен. Он вряд ли меня тут увидит в кусте, наверное. Хотя, блин, такой куст галина. Я сел в кустик перед дверью и начал выжидать подходящий момент. Ресурсы и оружие я скидывал домой и снова возвращался на замес. Ведь на этот рейд пришли китайцы, и у меня был шанс что-нибудь утащить. О май год. Что это было? Отпускать они меня со своим лутом не собирались и выдвинули за мной на охоту. Шансов удрать у меня просто не было. Мне нужно было дать им бой. Thank you.
Берданку нашел. МПшку нашел. Еще один. Надо просто петлять отсюда. Я не знаю, сколько типов я убил, но это было жестко. Вход в дом у меня кто-то немного подразбил, но я нашел выход из этой ситуации. Оп, и я дома. Фух. Ну неплохо. Неплохо. Прям совсем неплохо, я бы сказал. Я думаю, они будут дорейживать там. Мне нужно дождаться, когда они это начнут делать. Я ждал их довольно долго, но дорейживать они, по всей видимости, не собирались. Зато неподалеку от меня сбили вертолет, на который я побежал. А вертолет сбила, как оказалось, эта маленькая база. А, верт уже залутали. Он прям в воду упал. И мне очень сильно повезло, я нашел бинокль и смог рассмотреть эту базу поближе. Блин, а ведь я мог бы залезть на эту хату с лестницами. Я вижу там типа в топ-сете. Мог бы. Турели я не вижу. Нормально тут ресурсов на этом острове. Тут было бы клево жить. У меня был план залезть к ним на крышу. И я побежал домой за лестницами. А еще за мной увязался школьник, который попросил скинуть ему оружие. Можешь что-нибудь дать, пожалуйста, из оружия? Можешь, Биба? Держи. Вон, я скинул. Держи. Я, конечно, дал ему оружие, но выжить он не смог. К сожалению, его переиграл забор. А после кто-то запрыгнул на нашу территорию и убил моего соседа. It's not me, bro. You fucking idiot. I killed him. It's not like it. What the fuck is going on? Подкравшись к территории китайцев, я начал выжидать, когда же кто-нибудь из них уйдет, чтобы залезть к ним на крышу. Но через время меня посетила другая мысль, а что если попробовать проникнуть в их клан? Это какой по счету тип выходит из этого дома, я не понял. Я стал притворяться своим. После того, как я умер, я зашел к нему в профиль и узнал, что он китаец, и увидел всех игроков, играющих с ним. Это китайцы. Это какие-то китайцы, мне нужно ник менять. Я сменил ник на какие-то китайские символы и отправился к ним опять. Гей-во-и-ге-яо-тин. Какой-то дерьмовый из меня китаец получается. Тетя Шива. Я был готов проникать в китайский клан, но выходить на улицу они не собирались. Все это время они улучшали свою базу, и я понял, что скорее всего они собираются идти спать. Прождав здесь около 20 минут, я так никого и не услышал. Меня очень сильно заинтересовал остров, где стояла сфера. И когда я туда приплыл, я увидел каких-то фермеров. Блин. На сфере сидел тип и видел, как я убиваю его друзей. И он попытался меня убить. Но кабаны были на моей стороне. Если я убью этого типа...
отлично. Ууу, шиш, это знак. О! Ого! Косарь скрапа на халяву! Вы рофлите? Вот это выбежали из хаты, да? Постреляли? Га-га-га просто. Дом, который я внезапно для себя дипнул, я тоже решил оставить себе. Это был идеальный остров, чтобы фармить скраб. Так я могу отсюда ничего и не переносить, в принципе, зачем мне туда все нести? Мне и тут неплохо. Я просто думаю, что меня за такую наглость зарейдят. Ну, ничего страшного. Сишка, куча компонентов. А где они перерабатывали все это, вопрос? Кстати говоря, с переработкой ресурсов здесь была действительно огромная проблема. В ящике у меня лежала сишка. Я понадеялся на удачу, схватил ее и побежал взрывать дверь, которая вела на крышу дома. Я, конечно, уверен, что я до центра не доберусь, но я попробую. Блин. Такая надежда была, что тут открыто все. Я догадывался, что жить возле сферы на этом острове было довольно опасно, поэтому стал расширять мои новые владения. Блин, у меня сразу топовый дом получился, вообще топыч. Спасибо, ребят. Но я даже и не представлял, какие проблемы у меня будут на этом острове. И тут я сразу столкнулся с первой проблемой. Здесь не было дерева. Где брать дерево на этом острове, вообще неизвестно. Поэтому, чтобы нафармить побольше дерева, я спавнился в своем старом домике. А соседи по территории решили добавить меня в пати. И попросили им немножечко скинуть скрапа, чтобы поставить третий верстак. I changed my nickname again. Камомо? Камомо? That's what you thought of? No, Камомо is a good man. It's good admin. Камомо, respect. Do you have any scrap? How many do you need? Hey, I should have enough. I just need to go recycle. Скрапа я им немного подкинул, чтобы они поставили третий верстак, и решил проведать дом китайцев. О, я сейчас вот эту, кстати, еще должен выбить фундаментом. Печки и посмотреть, что у них там есть. Схватив бензопилу, я побежал фармить дерево, ведь хотел выстучать фундамент. И увидел это. На остров прилетел коптер. Коптер сел ко мне. Он одного высадил. Что-то не понимаю, что они делают. Это их дом. Они на коптере прилетели, это их дом. Конечно же, я заподозрил что-то неладное. И мне стало интересно, что это за коптер. Я одного убил, там еще один с базукой. Он чуть не сдох, нифига себе он выдает. Убил. Естественно, я их наказал, и я был в шоке от увиденного. Нифига! Как оказалось, это была чья-то кибитка по сбору компонентов. А это бомжик Рилхит, который тоже жил на этом острове. О, я могу полететь переработаться, сейчас нехило вообще. А чтобы меня никто не ушатал с ресурсами на подлете, я сделал безопасную взлетную полосу. И наконец полетел перерабатывать компоненты. It's me, hello. По пути я заглянул на свою старую базу и заправил большую печку.
Компоненты я переработал все и закупил себе инструменты, которые мне были нужны. You wanna come with me? Bye bye, bro. Can you drop me a weapon? Yes, I can. Oh, you next. Stupid Russian cunt. Хорош. Полетели домой. А инструменты мне были нужны, чтобы избавиться от лишних дверей. Так, все, в принципе, меня все устраивает в этом домике. Офигеть, у меня МВК и металла много. Куда его столько девать-то? Коптер я загнал в гараж, и у меня оставалось последнее незаконченное дело. Пойти выстучать китайскую печку. НПЗ. И тут все открыто. Это стоило того, конечно. Но я правильно понял, что я могу забрать эту печку себе? Да, я сейчас вернусь и застрою эту печку себе, заберу. Чувак, я придумал, что я сделаю сейчас. Я, короче, забором деревянным огорожу их теряют дом. Это была действительно гениальная идея. По приходу домой я изучил деревянный забор и отправился на фарм дерева. Много дерева. Stay. Oh yeah. Oh yeah. Howdy. Bro, stay. It's for you, bro, stay. What up? Ooh. You good singer, bro. Good luck. I'm gonna go do to somebody what you just did to me. И наконец, как я нафармил пару ящиков дерева, я поставил на крафт высокие стенки, и настало время ограждать территорию. Они спят, проснутся, а тут сюда ворота воткну. И турели сюда еще повтыкаю. А на кодовом замке я поставил гостевые пароли и решил написать на табличке, чтобы они меня ночью не зарейдили. Ведь на следующий день у меня были большие планы. Сейчас я им оставлю метки, чтобы они знали, что выход именно здесь. Ах да, забыл сказать. Вокруг этой территории я наставил своих шкафов, чтобы они не смогли расширяться. После чего я самую малость укрепил защиту моего дома и собирался выходить с сервера. Но я заметил это. Мой дом тут зарей... Они меня даже кикнули с пати. Вот это я понял. Пока, значит, я застраивал китайцев, те ребята забрали мой дом? Are you sure, yes? You raid my base, yes? You raid my base. We didn't see, because we just stayed in our base. Like, we shotgunned a couple of them. How do you see your deaths?
for your kills. You weren't here, bruh. We couldn't do it alone. I don't trust you. I think you raided my base. Do you want me to give you a gift to promise you that we didn't? I swear to God, you kicked me in your team. You kicked me in your team and you raided my base. В этот момент мне действительно стало грустно. Я считал их друзьями, и они всадили мне нож в спину. По названию заголовка вы, наверное, догадались, что этот день будет посвящен китайцам. Когда я зашел на сервер, я увидел, что на китайской территории появилось новое здание, и там стоял челик АФК. И по его глазам я видел то, что он недоумевает, что же произошло ночью. Пока китайцы не зашли в онлайн, я решил заспавниться в моем стареньком домике, где жили два моих иностранных друга. И меня действительно радовало то, что они меня до сих пор не предали. Нифига себе эти новички развились. И вы посмотрите, какой дом предатели отстроили за ночь. И скорее всего они потратили мои ресурсы. И тут я понял, что моя месть будет очень сладкой. Скрафтив себе пару лестниц, я решил залезть к ним на территорию. Мой дом они полностью застроили. Hello, what you see me looking for? Why you raid my base? Tell me, scammer. Sheesh. Я гений, получается. О! Нормально лута я пособирал. Ой, тут металльчик еще. То-то же, знаете свое место? Нифига себе они обнаглели. Мало того, что меня зарейдили, я уже дружелюбный был. Мы договорились, то, что друг друга убивать не будем. Нет, все равно зарейдили. Бежал я, значит, фармить компоненты. И когда оглянулся, увидел коптер, летящий на китайскую базу. Это китайцы прилетели! Мои планы резко изменились. Я захотел угнать их коптер. China, China! I'm from China! I'm from China, China! I'm China boy, China boy! Why you open this gate? Get out of here, bitch! Лестниц у меня не было, зато я мог намутить пристройку. Но, увы, запрыгнуть на их дом я не смог, было слишком далеко. Так у них там два коптера, офигеть! Я сбегал домой, скрафтил лестницы, и когда вернулся, они меня кемпили под дверью. Сейчас я вам устрою нафиг. Я снова фармил дерево, так как у меня оно было вечно в дефиците, и услышал внезапный взрыв. Это меня рейдят.
Это рейдит мой домик, это мой шкафчик рейдит. Блин, они уже прорейдили, я не знаю. Это плохо. Первого раза зарейдить у них не получилось, и тогда они скрафтили еще ракет. Я заспавнился дома, и в моей голове появился сумасшедший план. Коптер, настало твое время. Пусть угоняют, вообще пофиг. Они поднимаются. Страшно. Where is your... мини-коптер, брудер? Что тут происходит? This is my compound. Oh my god, what are you doing? You fucking idiot. Я до сих пор в шоке, но у меня получилось дважды отбить эту печку. Герара гер, this is my furnace. А еще на моем острове начали появляться новые гости. И они были вроде как дружелюбные. Это твой дом? Капуст. С какого хуя у тебя голос как у Чизи? Да, я просто близнец его. Это твой дом? Твой дом или нет? Нет, меня тут какие-то цыгане ёбнули. Смотри, там китайцы куда-то поплыли. Смотри, там... видишь дом вот этот каменный? Там живут китайцы. Дом вот этот. Да, вижу. Короче, у меня есть работа. Если вы принесете мне хотя бы, ну, 1008 дерева, я вам дам оружие. Я топорик дам. Какое? Опа. Я могу с тобой в команде пока что побыть? Я могу с тобой в команде побыть? Пока что, чтобы... Да, я тут буду обитать. Таким знакомством я был рад. Ведь на этом острове было довольно скучно, и я был готов дать защиту каждому, кто зайдет на этот остров. Юньк! О май гад! Thank you! Кстати говоря, мои ворота они взорвали и поставили свои. В ящике у меня лежала сопля, которую я вызвал прямо на их территорию. Не знаю зачем, но я кинул соплю.
Вот это я понимаю. Вот это то, что было нужно. Я рассчитывал на эту сишку, я прям молился, чтобы она выпала, и она выпала. Тем временем, новые жители острова смогли нафармить достаточное количество дерева, чтобы купить оружие. Так, держи. О. Вау. Там зажигательное еще. А без ворот я их оставлять не собирался. Hello, Chinese friend, it's me again. Chinese friend. Ни хао. What? Ни хао. Ни хао? Yes, yeah, yeah, yes, yes. Ни ха, ни ха. I'm Japanese. Japanese? Konnichiwa? Yeah, yeah, yeah. Konnichiwa? No. Why no, no, no? Japanese. Japanese is konnichiwa. You bullshit, you're from China, I know this. If you wanna live here, you need to pay me resources. Understand this? Давать дань они мне не собирались, поэтому мне пришлось действовать. А еще я увидел, как они взорвали забор и поставили туда свои ворота. И я знал, что можно сделать. Сейчас я вам устрою. О! Фига, чувак, ты чуть меня не убил. Китаец был. Да? А еще я поставил третий верстак и потратил весь скрап на изучение. Итого мне осталось всего 1000 скрапа нафармить. А после я и вовсе поставил магазин, где продавал все за дерево. Чтобы противостоять китайцам, мне нужно было хорошее оружие. И неподалеку от меня как раз проплывал карго. Один такой заход, и возможно я бы уже смог изучить и сишку, и ракету, и все. О, 4x. АВМ. Я залутал абсолютно все крейты, и оружие мне насыпало очень даже неплохо. И по пути я заскочил на маяк и переработал все свои компоненты. На моем острове так спокойно, просто топ. И стоило мне это сказать, я увидел коптер. Коптер полетел. На карго коптер полетел. На. Это плюс коптер получается, я не понял. Готов. У меня есть кто-то под хатой, чел? Нет. Это что за доставка коптера была, я не понял. Спасибо, пацаны. Халява. Мне кажется, теперь они точно захотят меня зарейдить, типа, с коптером. Но это фиаско, пацаны. Это полнейшая фиаско. И благодаря походу на карго, мне хватило скрапа, чтобы изучить взрывчатку. У меня было много камер, которые расставить я решил на китайской территории. Т-34.
Там, походу, все китайцы зашли. Кстати, насчет количества китайцев. Скоро вы увидите, насколько же их было много. Ионик? Нифига себе, их тут зашло. На. Я не знаю, что они делают, но, по-моему, они где-то новый дом отстроили. Эх, знали бы вы, что вас ожидает дальше. Дальше будет самое жесткое противостояние. Браток, очнись. Время выдвигаться, алло. Китайцы начали отстраивать новый домик, и я видел, куда они таскают лут. Мы у них почти украли две МП-5-очки с инвентарем камня тогда. Это они новый дом строят? Он типа, мой тиммейт в хате у них застроился в новой, вот в этой. Хорош вообще, мужик. Ты видишь, сколько их там? Там человек 10 стоит, по-моему, да? Убил еще одного. Житель острова застроился в их новом доме, и мне нужно было прикрыть его, чтобы он смог оттуда свалить. Минус. Я в воде типа убил, слышишь? Можно полутать, он прям под забором валяется. Он Джаггер маску нацепил. Там фул инвентарь камня лежит, плюс этот... Убил! Шутерка. Убил типа, убил, говорю. Окей, иду. Не ставится. Они близко. Еще один там плывет. Надо петлять отсюда, иначе я тут умру. Топ-сети, тип. Чувак, бежим! По-моему, этот готов. Убил типа под забором. Чувак, иди полутай его. Под забором. Под их ним или под нашим? Под этим вот. Под этим, под нашим.
отпал. Понял. Китайцы постоянно бегали куда-то за забор. Мне стало интересно, чем же они занимаются. И когда я проползал возле их домика, я увидел торчащие ножки. Что? Что я только что сделал? Они улетают куда-то за трейн-ярд. Походу, пацаны сдались. Понимая, что они могут зарейдить мою печку снова, а лут им отдавать я не хотел, я поплыл на свой остров. Ха-ха-ха! Это контент, реально, это контент. Ну, я отсюда переезжать скоро буду, пускай рейдят. Ну да, да, мы тоже как-то подумали, что надо как-то сваливать отсюда. Они, походу, лут переносят. Очевидно, мы, скорее всего, победили на самом деле. Пристегивайте ремни, ведь сейчас будет лютый эпик. Раз они переносили лут на коптерах, а у меня были лестницы, мы с моим небольшим отрядом решили залезть к ним на крышу. Он подняться не может. Топлива нет, чувак. У тебя есть топливо? Вообще ноль. Когда я понял то, что мы отсюда не улетим, я принялся закидывать ее гранатами. Хорош! Нас пытались убить отовсюду. И снизу с дома, и с воздуха, и прилетали десантники. Он сгорел! Я тоже сгорел! Минус корова! А сейчас вы можете увидеть, как горит жопа у китайцев. Посмотрите на их дом. Это горящая жопа китайского отряда. Там... Что? Это вы тут бегаете, алё? Серьезно? И как оказалось, переехали они совсем недалеко. Вы посмотрите на их новый домик. Там теперь настоящая хата зергачей, понимаешь? И когда ты смотришь на этот дом, ты понимаешь, что дело движется к развязке. Я бы на самом деле к ним на крышу, наверное, сейчас залез. Но нужны лестницы. А веревок у меня, по-моему, нет. У меня есть веревки. Как много веревок? 15 веревок, короче. Да, хватит, отлично. Чуваки, короче, план такой. Берем ракету, взрываем первую дверь у них. Взрываем, короче, первую дверь. И пробегаем, там, возможно, будет много чего открыто, потому что не может быть в таких больших домах, чтобы все было закрыто. Держите просто, ракету. Я уверен, то, что мы умрем, ребят. Я уверен, что мы умрем, но ракета мы сделаем это по-мужски. И отряд боевых пипек выдвинулись в бой. Боевые действия начинаются. Ну, погнали, блядь, сейчас же контрапы никак не... У них тут... Смотрите, сидите сюда. Тихо, тихо сидите.
Один готов. Так, моего Канидова не надо трогать. Есть, на другую сторону острова. Понимая, что нас вот-вот могут зарейдить, мне пришлось отстраивать новый дом. И пока я бегал с Буром и фармил ресурсы, китайцы сбивали вертолеты. И со временем ресурсов у меня стало действительно много. На этот вайп у меня остались две цели: зарейдить китайцев и наказать предателей. И действовать мне нужно было как можно скорее. А свой новый домик я максимально укрепил. Китайцев было много, и они постоянно находились в онлайне. И в соло такое рейдить было бы практически невозможно. Мне пришлось позвать Пончика и Илюху. Заходи, 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 ты где? 3, 2, 1. Печку включи, что ли? Ну и как вы поняли, к войне мы были действительно готовы. И первым делом я заставил их фармить дерево. После я очень долгое время варил порох. А этим же временем Пончик Дизель рассекал по карте с Буром в руках. И давил всех на своем пути. Даже Илюху. Первый домик китайцев, который я застроил, полностью сгнил. Это означало, что ресурсы они вынесли отсюда абсолютно все. А новенький домик они полностью застроили и поставили слой забора. Но это нас не останавливало. У нас появились ракеты. Бери строку ракет с собой. Я один рейди точно не буду. Ну слушай, смотри, у них, по-моему, ничего там не расширилось, в принципе. А разрывные взяли кто-нибудь? Нет, сишка есть одна. Слева чил. В хазмате с пяткой. 330, близко. 2-3. Надо узнать его ник. Я не знаю, кто это. Некоторое время назад у китайцев на территории плавились печи, и мы были готовы к тому, что они будут в онлайне. Что, все лезем? Вот, дверь открыта. Блин, тут одна дверь открыта. Но это не варик. О, две лестницы всего, чуваки, использовал. А сейчас не проще одного забустить, чтобы потом второй не это, 500 лет не прыгал? Так, а мы сейчас оба будем 500 лет прыгать. Давай. По очереди, знаешь как? До смерти, понял? Илюха на протяжении 5 минут пытался залезть на этот дом. И наконец, как у него получилось, мы начали взрывать. Пофиг, пока никто не топает, надо быстрее рейдить. Я первый. Там открыто. Да? Там все так же, как и было. Там ни хера не застроили, гаражка дальше идет. Она закрыта. Смотри, тут идея такая. Вот, они подняли два слоя буферки. Можно вниз прыгать и бахать. Ну вниз прыгаем и бахаем, все, изи. Одному наверху останься. Да. У меня ракет. Панча, на Элку. Вот, кисло. Ну там будет все по кругу очень жестко. Ну да. А. Это подъем. Тут открыто все, тут все открыто, чувак. Только не говори, что это все. Тут нет гантрапов, тут нет гантрапов, тут все открыто. А вот и центровина.
Ух, 3 хп осталось. По-моему, все, да? Да, опан. Похилился? Нет, нечем. У меня... О, Дима. Дима! Чувак, Дима! Сколько Дима! Их спят? Все спят? Дима! Что, там кублов вскрыли? Чувак, они просто все один на одном спят. Жесть. У них серый вообще нет, они потратили. Да, вот мой брат-близнец лежит. Смотри. А ники у нас были одинаковые, потому что я пытался проникнуть в их китайский клен. Не убивай, давай все заберем. Я вот что думаю, может быть, лечь среди них, короче, прям в своей травине. Убить Камому у них первого и лечь рядом. О, тут МВК. Нормально. Я до сих пор не понимаю, почему у них были открыты все двери. Скорее всего, во время рейда кто-то бегал и фармил ресурсы. И пока он не добежал до дома, мы взорвали шкафы и забрали себе полностью территорию. И это был второй раз, когда я их огородил забором. Тут у типа ящик серый, надо забрать его. Ну, пол ящика, нормально. Шел третий день, и до сих пор меня те самые новички, которым я помог, меня не предали. И это был хороший знак, так как отсюда до территории предателей было рукой подать. Я скрафтил лестницы и пошел осматривать местность. Окей, listen, I wanna raid this base. This base is shit. Big base or what? Yeah, big base. Нифига себе они тут на мину отбабахали. Take this. Они не обустроили первый этаж. Он умер. Нифига себе, они тут отстроили себя. Ну, ресов у них должно быть достаточно. Я думаю, серы точно тут много. Что это такое вообще? Дом оказался очень странным, и по моим подсчетам на него нужно было потратить всего 8 ракет. И как раз они у меня были. Настало время проучить предателей. Как сказали мне эти новички, они никогда не рейдили ракетами. И на этот рейд я решил взять их с собой. Let's go, let's go, let's go, let's go, guys. We need time. Follow me, yes. Just follow me. Let's go. Press W and go, 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 go. You need to healing, yes. Good job. Let's do this. Тут все открыто. I need to kill them. I need to kill them. This guy killed me and raided my base. Fucking idiot. И сломав их первый ящик, я увидел ту самую базуку, которая лежала в моем доме. Sheesh! Oh my god, bro! Зарейдив полностью базу предателей, мы покинули эту территорию. На четвертый день я зашел на сервер и увидел то, что моих друзей зарейдили. Моих друзей зарейдили. Моих друзей, с которыми я начинал, зарейдили. Я списался с этим иностранным другом. Он мне написал то, что он собирается выходить с этого сервера, так как он очень сильно расстроен, то что потерял много лута. Я его попросил не расстраиваться раньше времени и прийти к старой базе, с которой все началось.
Yes, it's me. You need to give me invite to the group. This naked's trying to kill me. Run. This bad naked's. Okay, bro, listen, I have a good base for you. But if you know where is your base, I can boom this. Okay, follow me, bro. Follow me. We need to go to my island. Do you have a base? Yes, I have a present for you. Sure you have a base, but... Your base? Yes, this is my base. Hey, Bieber. Yes? Please, this game. Yeah, I'm new in this game. Ah, you're new in this game, okay. It's no problem. Just play... My aim is good. My aim is good. Okay, this is base. Your new base. Really? You need to jump here. Oh! crouch or what? Fuck. Cool, man. Welcome to new base, brother. And I have deal for you, bro. Deal is not dildo, you know? На этот раз я решил обучить его полноценному рейду. Дал ему базуку, ракеты, и мы побежали выселять один домик на острове. И это был тот самый домик, куда прилетал коптер. Shoot from rocket launcher here. Take rocket launcher and shoot it. No, not close, yes. Nice. And three more. It's okay. Йоу! Say, прощай, папа чиз. Прощай, папа чиз. Прощай, бро.